помним, да, что при работе с тяжело больным мы должны выстроить уровень кровати до среднего треть своего бедра. Обучение в ежедневном режиме. Никто занятия не пропускает, ведь эти женщины сами выразили желание стать помощниками фельдшеров. У многих, кроме 11 классов, за плечами больше никакого образования. Но в этом случае главное – желание. Даже возраст значения не имеет. На потоке дамы от 23 до 56 лет. Я начинала вообще с военного госпиталя, еще совсем юной. Это было в Ташкенте. Я ухаживала за больными ребятами с Афганистана. Вот, мне это нравилось, но потом немножечко дорожка меня увела в немножко другую сторону, поменяла несколько профессий, но всегда было интересно, и по опыту мне приходилось очень часто ухаживать за больными. За 2 месяца учебы студентки должны освоить самые необходимые медицинские навыки и манипуляции под руководством кураторов, педагогов медицинского колледжа. 27 человек, это в 2 раза больше, чем на первом потоке, разделили на 3 группы. Мы начинаем их обучать самых азов, то есть это санэпидрежим, это как бы проведение простейших медицинских манипуляций, да, то, что должна оказывать именно младшая медицинская сестра, это измерение артериального давления, там, подсчет пульсов и так далее, кормление тяжело больных, там, уход, там, повороты. Этим список того, чему должны обучить студенток, не ограничивается, ведь ситуации в селах могут случиться разные. Ну, допустим, реанимацию провести, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, допустим, дорожное какое-то транспортное происшествие, да, и у человека там что-то сломано, там ту же шину наложить, тот же жгут наложить правильно. Видно, что они заинтересованы, они понимают, зачем они сюда пришли, они понимают, что их ждут, и от них очень много зависит в районах. Новая программа Минздрава региона – большое подспорье для районных больниц и ФАПов в условиях дефицита кадров, отмечают многие эксперты. После обучения будущих помощников фельдшеров ждет стажировка в медучреждениях Барнаула, а также ЦРБ районов, откуда они приехали. Стажировка начнется с 26 февраля, а в конце марта придется сдавать экзамены. И только 2 апреля студенты получат свидетельство младших медсестер по уходу за больными. А там не за горами очередной поток, ведь даже несмотря на небольшой зарплату, у помощницы фельдшера, желающих пройти обучение, становится все больше. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.